Итак, это обзор ноутбука Compaq Prefario Q57. Так, вот новый ноутбук. Давай я сейчас положу его в камеру. Так, вот USB провода. Вот это для подключения макулятора. Аудио на этот устройство, вероятное устройство. Так, вот дисковод. Так, это замочка. Ручка. Вот логотип Compaq ноутбука. И сейчас. Это для подключения клинов. Это для подключения карта. Для карточки. Это для подключения телефона соединения, USB и. Windows 7 Starter OA NKIF and G. Так вот, это стикер. Вот. Поэтому вот. Василий Васильевич тебе поставил, подключил, установил аккумулятор установленные. Так, положу ноутбук. Вот. Флата. Типа демонстрирую пока. Тогда могу. Так, чак, вот. Читаем. Intel Celeron. Вот, заклеенная этикетка. Этикетка. Это снимать не будем. Windows 7 Starter. Вот экран, веб-камера, для компьютера. Включаем ноутбук. Теперь заходим в данный BIOS. N20 setup утилиты. Так. Notebook модель. Прессор Q57 Notebook PC. Продукт номер. Так. Он U82E2NKB. System Board 36702. Value Start Date. Три 2012 0 15 12. Процессор Тупе Intel Celeron R. Это из 2010 года сделано, на заводе сделано, изготовлено. На заводе уже делает на старом ролике. Так, CPU. Total memory 2 гигабайт. BIOS version F.24. BIOS vendor Infude. Так, мне не надо. Нет, мне не надо это пароль. Так, это оставляю настройки. Так, exit savings nines. Так, выходим в этот меню запуска. Так, нажимаем клавишу F1, зайдем System Information.
Так, вот она, изменён. Так. F2. Так, теперь... Так, заходим к Вайсу. Так, F9. Заходим. О, опять я бью. Так, выходим. F9. Так, эта кнопочка. Это программа, это не надо. Я выйду в BIOS. Я выйду в BIOS. Запуск Windows. Вот. Клавиатура хорошая. На золотом браке. Так, вводим пароль. Там. Пуск. Свойства. Так, издание видов. Windows и начальная. Корпорация Microsoft Corporation. Все права защищены. Surface Pack 1. Система Neville Packard. Так, модель Q50, CNotebook PC. Okay. Процессор Intel Celeron CPU. Вот с логотипом. Так, я войду в экран. Компьютер. Так, этот не устанавливать Windows устанавливать не будем. А вот сейчас у меня стоит Windows. Сам я устанавливать не буду. Так. Windows 7 начальная. Да. Так, заходим. Internet Explorer 9. Сейчас. Ну, а теперь не жалко. Так. О программе Windows Internet Explorer 9. Internet Explorer 9. Так, выключаем компакт перифария. Я отключаю этот провод, этот устройство. Завершение работы. Windows начальное. Все. Поэтому ноутбук компакт приставил Q57 уже выключено, уже пусть отдыхает. Пока-пока.